Всем привет, ребят. Ну что, как видите, самоцветы улетают, и на этот тест у меня вышло где-то порядка 150к, поэтому влепили. Обязательно по лайку. У нас сегодня тест будет, наверное, максимального пока крит-дамага, который я смог у себя собрать. Я надеюсь, она сейчас удивит, и реально будет просто трэш. Вот такая вот у нас будет сегодня сердцеедка. 10-10-14-14. Она очень круто пробивает. Вот базовый крит дамаг в полтора раза выше от атаки. То есть это ее особенность. Плюс мы еще взяли суперсилу, плюс мы взяли пакт, плюс мы сейчас поставим, точнее, грубую, сейчас мы поставим еще суперсилу и пойдем просто разваливать подземки. 150 тысяч самоцветов ради того, чтобы потестировать героя. Потому что я так посидел, подумал, блин, какие герои реально дамажат офигенно. Еще можно будет сделать дополнительно здесь где-то плюс 6 тысяч, то есть 48 500. Это будет пока потолок. Ну, потом, конечно же, с титула можно будет еще прибавить немножко крит дамага. Но это реально жесть. Я вам показал сегодня феника, которого там 38, а тут 42 500 плюс увеличение. Я не знаю, сколько сейчас будет вылетать. Поехали, начнем просто с пятой. Ради интереса. Почему этот герой классный, что я решил тестировать? У героя нету иммунитета, точнее, есть иммунитет к стану. Ну, тут на пятой просто разваливается все на изи. Плюс герой себя сам хилит, то есть не надо переживать. Сделал атакующий единственное, что боится, это отражалок. Но, блин, с таким дамагом, я думаю, тут любая отражалка просто нафиг сольется сразу же, причем. Можно будет тестануть на твинке. Жесть. Пятая кошмарка 5-10. Просто тупо любое здание стычки разваливает. Так, а ну интересно, что будет в рейде? Если мы возьмем с вами магию. Только надо где-то ее найти, а вот она. Ну, дефную хотя бы. Вот есть фобушка. Тут, наверное, мы сейчас сразу же отлетим, кажется. Даже ударить не дадут. Да, тут без вариантов просто. Давайте попробуем на других вариантах. На экспедиции. Чай верится одну. Мы проверим возможности этой девочки. Конечно, мне кажется, тут любая отражалка просто нафиг сразу. Ух ты. Ух ты. Ну, мы хоть раз ударим. Наверное, вряд ли. Надо поменять противника. Ну, видите, забирают. Стрелка еще никто не отменял. И смотрителя точно так же. Так, ну а теперь... И герой, который просто нафиг улетел от отражалки. Просто как будто не было. Я не знаю, это жестко, конечно. Конечно, сборка крутая, все дела, но... Ну, смотрите, здания все отлетают сразу же, причем. А она хороша была. А вот Командора реально кайфовая. Да. Ладно, идем дальше. Мне самое интересное посмотреть, какой же все-таки у нее... на сегодня дамаг.
Так, пятую есть. Давайте вот здесь самый интересный тест. Это на этом демоне, на котором месте, на котором 80 лямов. Что это было? Что это за фигня? Вот реально. Это как? Типа герой пропал? Герой сдох, но он живой или как? Я вот что-то не могу понять. Очередной баг, походу. А вот знаете, я уже ничему не удивляюсь. А давайте попробуем выпустить кого-то героя. Давайте Арктику выпустим. Не, Арктика жива. Нормально летает. А это вроде и сдохло. И... Может, и реснешься? Блин, жесть, она просто тупо зависает. Ну давайте еще раз. Походу у нее настолько крутой дамаг, что ее просто сразу кидает в жестокий инвиз. Вот опять 51 лям. 51 лям, ребят. Но здесь таких плюх вылетает дофигище просто. Жесть, 51 лям. С ракетки одной. Сколько у нее ракет вылетает? Каждых 0,3 секунды двоих. Ну-ка, давайте запустим еще разок. Как он туда пошел. Не, ну это что-то реально жесть. Вот смотрите, опять. Просто тупо бах. Герой живой, самое главное. И самое главное, что об этого месту все так, ну, нормально. Сколько я тестировал, бегал, все нормально дамажат. Походу здесь какой-то, я не знаю, какой-то новый баг. Вот смотрите. Просто 56 лямов бьет и сразу же стоит, типа, дохнет. Бред. Реально бред. Командора нормально себя чухает. Без проблем. Не знаю я, короче, что это за фигня. Потратили 150к и ловим бах на обычном месте. Ну что за фигня, ну? Реально жесткач полный. Вот сейчас нормально убило. Видимо, какой-то заоблачный дамаг или что. Ну, просто тупо героя убивает нафиг. Когда 56 лямов вылетает. Вот по 20, по 30 нормально все. Как только свыше 50, герой просто тупо блокируется. Чё за фигня? Вот опять. Убили и сдохли. Короче, чудеса. Ну, в общем, дамаг реально обалденнейший, как по мне, 56 лямов. То есть, по сути, это если на двоих взять свыше 100 лямов дамаг. Ну, с одной тычки. Скилла это реально круто. Тут, наверное, эти сейчас просто разлетятся, если, конечно, ее не ушатают. Что она творит? Жесть, смотрите. Не, ну тут нормально сдохло. Там реально какой-то баг. Пробуем сбоку запустить ее. Запарили уже с этими багами. Реально, одни баг на баге. Не, ну тут просто ушатывает. Если там по 50 лямов, тут обычно я смотрю. Просто нафиг.
Вообще ни о чем. Хорошо, мне интересно, что мы сможем сделать на седьмой кошмарке? Например, здесь 7-10. Тут же сейчас, по идее, все должны просто разваливать. Ну, так оно и есть. Посмотрите, что она делает. Да. Самое главное, на какую-то отражалку не попасть. Попадем на какую-то отражалку, все. Будет вот так вот. Это нереально. С таким дамагом просто на отражалку попадаешь, и все. Так, хорошо, давайте. Девятнадцать ремок десятых уже. Что с ними делать? Давайте попробуем на аренке. Я сразу ремочку поставил, чтобы она включилась. Камешек сразу, до свидания. А на ком-то отражалка есть, что ли? Такие обратки, да. То есть любая отражалка, все это смерть для этого героя. Ну, можно, конечно, собрать по-другому. Можно поставить подашку, как вариант, не пакт. Подашкой будет, думаю, поинтереснее. Офига себе. Просто тупо разгребает ее. Причем не топовые герои. Не, ну против бочки это. Бочка просто испугалась. Самая-самая имба просто ушла в инвиз. При виде этой девочки. Блин, ну 42,5 тысячи крита, это, конечно, нереально круто. Правда, где его применить, хрен его знает. Ну, давайте попробуем на экспедицию домой уже. Ой, на этой, на ЗБшке. Давненько я здесь не бегал, я хочу посмотреть. Ну, тут по-любому сейчас любая отражалка тоже. Мы сразу же улетаем. С таким дамагом это просто нереально. Там Родин что-то хочет сделать. Блин, не знаю, суперпаты, конечно, это зло, как на мне. Это такой жесткий дисбаланс между донатами и бездонатами. Ну, просто нереальный. Ну, плюс то, что этот герой не станется. Смотрите, что делает. Просто божит. Плюс еще забирает энергию. Плюс отхиливает себя. Реально крутая тема. Просто тупо каких не было. Ну, конечно, бах этот в подземках, я не знаю. Что за фигня? Столько чик. Блин, найти бы, знаете, найти бы кого-то с огненкой. Можно, кстати, на твинка напасть, попробовать на зефире. Как на нем? Хотя на нем все равно ограничение максимальное. Надо будет кого-то другого искать. А там, в принципе, и огник есть, хотя, я думаю, вряд ли нам хватит. Махатма тоже отжигает по полной. Не, слилась, нифига себе. Мэри. Интересно, интересно. Прея. Мэри сказали до свидания. Блин, чуть-чуть не хватило, еще бы сейчас и Фрейю отправили. Ну, тут, конечно, понятно все. Блин, прикольненько. Мы попробуем против второй пачки забежать. Без вариантов.
Наверное, Феникс сейчас, если врубится, да. Отражалки тоже на ком-то стоят. Либо питомец, либо отражалка. Ну, просто нереально быстро сливается. Ну, надо ПДшку ставить в таком варианте. С ПДшкой она реально крутая будет. Поехали на тестовый аккаунт глянем. Так, ну, у меня они тут вместе стоят. Давайте ее сейчас разгоним. Смотрите, два удара и какой бешеный отхил. Два удара и все. Она слилась на Минотавре. Минотавр просто с этим дроком просто отражает тупо все. Ну, это нереальный дамаг у нее. Для ее жизни 1.5 ляма. Дамага у нее очень много. Нереально даже. Посмотрите, как она себя хилит. Реально круто. В общем, ребятушки, такой вот герой. Не знаю, блин, я думаю, где-то ей применение найду. Еще докачаю его, сделаю максимум. По криту постараюсь вытащить. И это будет реально темка интересная. Но опять же, на фарм локации, где нету каких-то ограничений. Потому что там есть отражалки по локации. Такая сборка — это просто слив. Причем моментальный. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравился этот герой. Я сделаю еще несколько тестов атакующих вариантов некоторых героев с критами. Посмотреть, сколько они выбивают. Всем удачи, всем пока.